Романтизм на грани криминала. Скалолаз-ловелас попал под суд из-за своего героического подвига ради женщины мечты. По материалам следствия житель Канавинского района решил поухаживать за девушкой весьма необычным способом. Пока ее не было дома, через балкон влез к ней в квартиру и оставил там записку. Правда, достаточно фривольного содержания. Вот только избранница расценила все не как подвиг, а как взлом с проникновением. Он просто проник в мою квартиру. Я была на работе, я работаю допоздна. Я пришла домой, у меня открыта балконная дверь на кухне. Потом я увидела мое грязное белье на кровати и записку с непристойным предложением. В общем, он просто предложил как бы вступить в сексуальную связь. Ничего такого особенного не произошло. Просто проник в квартиру, ветер был очень сильный. У нее, видать, балкон открылся от ветра. Я посмотрел там. Поначалу вроде нет никого. Содержимое записки остается только у следствия. Да нет, никакой записки не было. Не знаю, откуда там кто что взял. Никакой записки не было. Ну, как бы то, что он говорит, что записка не мне, и она просто выпала, я в это не верю, потому что, ну, белье-то все-таки было. Признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 7 000 рублей доход государства. Ну, я раскаялся, да, я попросил извинения, я у нее сразу попросил извинения. Ну, она что-то не так поняла, не знаю. Ну, у нас был подобный инцидент прошлым летом, то есть год назад. Но это было днем, он зашел, предложил выпить. И я как бы его выгнала. А через год он решил вот ночью ко мне зайти. Мне до сих пор страшно, потому что, ну, вот одна в квартире, когда особенно находишься, мало ли. Вот. А во-вторых, ну, вот эта вот вся ситуация, я просто считаю, что адекватный человек вот, не будет таким образом поступать.